Дякую всім, що прийшли. Дякую Тарасу за запрошення. Я просто сам з Луцька, але я останні 12 років живу вже в Києві. Остаточно змоскалився, тому сьогодні доповідь буде на російській мові. І так, значить, сьогодні доклад буде состояти з двох частей. Да? Перша частина – це частина архітектурна, о том, які проблеми ми вирішали, яка була задача, які ми допустили ошибки, що можна було переділити, змінити, зробити краще. Вторая часть конкретно по уже Java-твикам, да, как мы вот конкретные части системы тюнили, что можно улучшить в коде, как избегать, скажем так, типичных программерских ошибок. Ну, немножко обо мне. Меня зовут Дима Думанский. Я до недавнего времени являлся Java Team Lead в компании Cognions. У меня есть мой Java Performance блог на Хабрахабре. Подписывайтесь, заходите, лишняя карма никому не помешает. Буду рад. К тому же я готовлю сейчас новый выпуск перформанс статей, будет очень полезно, поэтому заходите читать. Итак, немножко истории. Значит, как это все происходило? Где-то 8 лет назад клиент нашего клиента, мы работаем через такую прокси-прослойку, вот, решил выйти на мир, на рынок мобильной рекламы. Они решили сделать свою рекламную сеть, баннерную сеть, и начали разрабатывать свои собственные продукты. Одним из таких продуктов стал Engage. То есть Engage — это некая рекламная сеть, где паблишеры, люди, у которых есть площадки, на которых они могут размещать рекламу, могут сконфигурить там параметры показа рекламы, и с другой стороны адвертайзеры, то есть люди, которые хотят показать какие-то баннеры на этих площадках. Вот такого рода систему мы разрабатываем, и все это началось много лет с Engage. Параллельно другой компании за океаном развивался другой продукт, который назывался MobClix. Сейчас оба эти продукта попали к нам, мы их суппортим, девелопим, они оба в продакшене. И как бы, имея этот накопленный опыт, мы начали развивать третий продукт для совершенно нового клиента, который почему-то захотел, как это обычно бывает, да, свое решение. Вот. И как бы, имея накопленный опыт из предыдущих проектов, мы создали совершенно новый продукт, который как бы, был гораздо круче. Итак, что у нас есть по Engage? Engage развивался 8 лет, он переходил из рук в руки, разрабатывался в трех командах. Когда он пришел к нам, он был в более-менее уже готовом виде, но тем не менее мы его фактически полностью переписали, так как качество кода было не лучше. Изначально он разрабатывался в Америке, потом проект перешел в Грецию, и после Греции он уже попал к нам. На текущий момент проект работает, находится в продакшене. Основная часть клиента уже ушла, и на текущий момент там average load около 3000 реквестов в секунду. Это все то, что осталось. С ним мы получили больше всего проблем. Он постоянно падал, постоянно крешился, постоянно с ним что-то было не так. Как только там лод вырастает 2-3 раза там, в черную пятницу, на Рождество, сразу приходилось выходить на работу, на выходные и быстро фиксить. MobClix – очень популярный проект в мире мобайл-адвертайзинга в Америке, очень популярный. Он начинался как стартап, на текущий момент успешно работает. Мы, в принципе, почти его не саппортим, но иногда там можем что-то допилить, если надо, посмотреть, помочь нам собрать данные и так дальше. Лот у него около 6000 реквестов в секунду. Наш текущий проект, к сожалению, я не могу разгласить его название, но тот клиент, на котором мы работаем, вы все его знаете, возможно, даже юзаете его сейчас application. И, возможно, даже кому-то из вас мы доставляем баннеры. Что у нас по этому проекту получилось? Он по перформанс требованиям был где-то в 2-3 раза лучше, ну, требовательнее, чем все наши предыдущие продукты, которые мы разрабатывали. И это был такой небольшой сет-челлендж для нас. Ну, понятное дело, да, что все эти цифры, они довольно абстрактные, непонятно, что такое там 10-1 тысяча реквестов в секунду. Поэтому я нашел такой пример в интернете по Твиттеру. На Твиттере ежесекундно создается там 6 тысяч новых твиттеров. Ну, понятное дело, да, что это не весь Твиттер, есть еще там сабскрайберы, там, когда постится какой-то твит, он рассылается ну, там, на 100 тысяч сабскрайберов, это уже немножко другая система, да. Но если говорить о новых твитах, то это всего лишь 6 тысяч
твитов в секунду. Из интересного, у них вот есть очень большие пики. Где-то год назад, когда в Японии была премьера какого-то нового аниме, то количество новых твитов, да, возросло до 180 тысяч в секунду. Они, тем не менее, эту нагрузку выдержали и успешно с ней справились. Ну, если говорить о наших проектах, то ни один из них не выдержит такой нагрузки. Я подаю такую сравнительную табличку, что как где менялось. Из того, на что стоит обратить внимание, это то, что очень серьезно повысились требования у производителей, в частности, это был HTTPS протокол. Почему это важно? Потому что он банально там, в два раза медленнее, чем HTTP протокол, да, за счет всяких этих секьюрных handshake'ов, encryption и так дальше. То есть просто открыть HTTPS connection в два раза дороже. Изменилось требование по таймингу реквестов. Так как это реклама, обычно как бы, подобного рода требования, они не очень серьезные. То есть 100 миллисекунд, чтобы вы понимали, это очень много. То есть отдать баннер за 100 миллисекунд, это космос. Но очень сильно влияет этот тайминг. Да? То есть он говорит, что 99% реквестов должны быть, попадать там, в диапазон 100 миллисекунд. Почему это трудно сделать? Потому что бывает иногда, например, что клиент медленный. И если клиент медленный, то мы уже никак не вложимся в эту метрику. Банально, потому что мы не можем отослать там, с одной земной точки шара в другую там, очень быстро ответ. Это есть большая проблема, с которой нам пришлось как бы, очень долго решать. Что стоит обратить внимание, несмотря на то, что требования очень сильно повысились, мы фактически вот где-то в 6 раз повысили перформанс, в отличие от предыдущих систем. Еще одно замечание такое, по вот этому таймингу, как это происходило. Ну, мы долго не могли понять, зачем кому-то такой тайминг. Как оказалось, какой-то менеджер, sales, продажник, да, когда подписывал контракт, он просто часть договора скопипастил из другого. И вот этот кусок с этим таймингом, он там остался. А нам это принесло кучу проблем. Но контракт был подписан, и как бы, отступать уже было некуда. Для тех, кто не работал с Амазоном, что такое Three Flash Instance? Это 4 виртуальных ядра, чаще всего это 2 физических, да, 2 в хипертрейдинге. А как они там точно распределяются, я не знаю, но вроде так должно быть. В продакшене все системы где-то загружены на 50-70%, да, чтобы в случае пиков у нас было время до поднятия еще инстанса в случае роста нагрузки. Что получается по технологическому степу? Несмотря что как бы, все проекты разрабатывались изначально абсолютно разными командами, стек более-менее похож. То есть везде был некий спринт, да, потому что он банально упрощает очень много вещей. Везде был некий ORM. Kubernetes, Kubernetes вообще не принципиально, так как и тот в случае необходимости можно протюнить до нужных вам высот. Везде использовался там, некий SUBD, Postgres, MySQL, опять же, не принципиально. Если вы знаете там, особенности или MySQL, или Postgres, вы можете протюнить точно так, как вам надо. До. Если вы строите индексы, да, все решается. Из принципиального отличия это новый SQL Storage, который они избирали для себя. То есть в случае Engage это был Voldemort, в случае MobClix это был самописный там, велосипед. Но это связано с тем, что у них там были чуть другие требования по нагрузке. И у нас это Redis. В принципе, все. Ну, еще такое небольшое отличие, это то, чем связывались между собой модули этого приложения. То есть в Engage это был Distributed Cache, у нас и MobClix это SOL. Об этом сейчас так скажу подробно. Значит, уже где-то год назад да, к нам клиенту нашего заказчика обратилась фирма с таким вот требованием. У них был application, довольно распространенный, и он никак не монетизировался, то есть они не получали деньги с него, он был бесплатным. Но пользовательская база была очень большая, понятное дело, что как бы, хочется извлечь прибыль. Они решили, что было бы неплохо интегрировать баннеры как-то в их аппликуху. И они решили заказать вот у нас такой себе маленький баннерный сервер.
Изначально требовали, требования выглядели как 1000 реквестов в секунду, тайминг, да, и в принципе все возможно, и пики в 6x. После 3 месяцев разработки оказалось, что они немножко просчитались, и им надо нагрузка в 10 раз больше. Это очень повлияло на нашу разработку. Почему? Потому что 1000 реквестов – это довольно несложно. То есть вполне можно их хендлить на одной машине. Очень много вещей упрощается. Вам не надо думать про скейлинг, вам не надо думать про кучу разных бэкапов, кучу разных частей системы. В общем, если нагрузка маленькая, систему можно очень легко задизайнить. Когда система требует хайлода, вы уже должны думать немножко в другой плоскости. Вот, поэтому как бы для нас это увеличило срок разработки где-то вот на этих же 3 месяца. Фактически мы много частей опять переписали по новой. Что было на тот момент? 85 миллионов активных пользователей. Приложение было доступно только на одной операционной системе. Они в ближайшем будущем собирались ланчиться на новых операционках. В связи с этим потенциальная база должна была вырасти в несколько раз. Еще из интересного было, они рассчитывали вот на максимальную нагрузку где-то до 80 тысяч реквестов. То есть это было прямо прописано в требованиях, и мы при нашем там нагрузочном тестировании вот, исходили из этих цифр. Если посмотреть до самого верхнего уровня архитектуры, то все довольно просто. Это банально 3 модуля. Это консоль, UI-ный модуль, это обычный CRUD модуль, который есть в любом проекте. То есть мы там создаем рекламную кампанию, загружаем баннера, говорим показывать вот такой вот баннер с такой-то частотой, таким-то людям в таком-то регионе, с такими-то девайсами и так дальше. Вся эта информация после конфигурации попадает на кластер от серверов. То есть этот сервер — это несколько распределенных серверов. Каждый из них имеет локальную копию всех этих данных, и на каждый реквест от пользователя реквест обрабатывается и отдается реклама конечному пользователю. Каждый сервер логирует все, что на нем происходит, и всю эту информацию отдает дальше в репортинг модуль, который ее собирает, агрегирует, процессит и уже в удобоваримом виде отдает обратно на консоль. Одной из самых первых задач, да, задач, проблем, с которыми мы столкнулись, это как соединять модули между собой. То есть, почему это проблема? Потому что это можно решить очень разными способами. Можно, например, сделать master-slave репликацию, да, то есть одну базу реплицировать на много разных серверов, и у каждого из них будет своя локальная копия, и они будут работать с этой локальной копией. Это можно сделать через RESTful API. То есть каждый там отдельный сервер будет там раз в минуту, допустим, запрашивать данные, там брать div какой-то и опять же подгружать их в свой локальный кэш. Это можно было сделать через какие-то distributed solution, там, distributed e-cache, как это было в Engage. Это можно было через всякие Hasselcast сделать. Ну, в общем, реально решений, как это можно было сделать, очень много. У MobClix был свой вариант этого решения через Solve. То есть после того, как рекламная кампания сконфигурена, она реплицируется на Solve. Solve строит delivery index, и потом этот delivery index копируется на каждый из Solve слоев уже каждого конкретного delivery сервера. Зачем это нужно? Если падает какой-то delivery сервер, остальные продолжают работать, как ни в чем не бывало. У каждого из них своя локальная, более-менее актуальная копия данных. И, как бы, опять же, если падает база, мы продолжаем delivery, да, потому что обычно рекламные кампании в тот момент, когда они конфигурятся, они там рассчитаны, там, допустим, на 100 миллионов баннера показа. Вот. И вы не можете там, их за секунду отдать. Надо там, пару часов, допустим, или дней, чтобы эта кампания как закончилась. Вот. Поэтому, если вдруг падает база, то нам надо был solution, который бы говорил, вот, окей, базы нет, но мы все равно должны delivery, так как у нас есть куча компаний, которые мы еще можем заделиверить. Соответственно, для этих целей мы и делали вот эти вот локальные данные на каждом из delivery серверов. Изначально, так как у MobClix было это решение, оно как бы работало, заказчик вот настоял на конкретно на Solve. Нам было деваться некуда, и пришлось ему уступить.
Изначально также мы планировали, что выборка будет происходить на уровне солка. То есть вся логика, вся бизнес-логика приложения должна была быть там, по сути, в большой query, которая лезет в Solr Index, выбирает нужную рекламу и отдает. Так это работало в MobClix, но не заработало у нас. Почему? Потому что у нас правила выборки были более жесткие, и скорость работы оказалась не очень удовлетворительной. То есть после первого нашего перформанс-теста оказалось, что вот Solr способен хендлить где-то 100 реквестов в секунду. Почему это еще была проблема? Потому что Solr — это HTTP-сервер. То есть, кто не знает, что такое Solr? Половина аудитории. Solr — это как бы поисковый движок, который построен на Люцене. И если говорить о Люцене, то Люцен очень легко заэмбейдит ваше приложение. То есть вы можете там создать new Lucene там instance и работать с ним. Если говорить о Solr, то там такого сделать нельзя. Единственный интерфейс общения с Solr — это HTTP RESTful API. Все. Поэтому на каждый пользовательский request мы делали request на localhost Solr, в его индекс, делали выборку, получали ответ и отдавали уже пользователю. Вся эта схема вот выдавала нам 100 реквестов в секунду. Было понятно, что это не очень круто, поэтому мы отказались от этих вещей. Вот так вот приблизительно выглядел простой запрос. Это только четверть. Вот. Почему это нас пугало? Потому что если не происходила выборка или выбирался какой-то не тот баннер, было очень трудно понять, что же происходит не так. То есть приходилось там отрезать куски, смотреть, почему не работает, что с ним не так. В общем, было не очень удобно. Дополнительно закладывался риск в случае роста индекса. Опять же, мы не знали, сколько будет клиентов у нашего клиента, да? Мы не знали, сколько рекламных кампаний будет одновременно запущено, поэтому мы ничего не знали о возможном размере индекса. Ну, как бы сам Solr, он очень хорошо сжимает свои данные, упаковывает очень хорошо, но тем не менее риск оставался. То есть, если бы у нас рос индекс очень сильно, то мы рисковали вылазить за рамки ответа. Поэтому мы отказались от идеи использования Solr. Но так как мы уже на тот момент выкатили там бета-версию в pre-prod, то заказчик уже не дал approval на окончательное удаление Solr, и в итоге мы его оставили вот фактически исключительно как некий кэш на диске. То есть он в нашем случае хранит всего лишь там какой-то мимолетный снапшот базы данных, который мы там раз в минуту выбираем полностью память и уже с этим выбранным память куском работаем. То есть весь код работы с Solr сводится буквально к этому псевдоподу. Если, кстати, есть у кого-то вопросы, то задавайте сразу, будем отвечать и идти дальше. Вот. Почему я привожу этот кусок кода? Потому что люди решают вот эту простейшую задачу очень разными способами. А вот в Engage, например, для похожего рода задачи, люди создали свой велосипед, написали свои какие-то кэши, какие-то блоки очереди, и вот эти три строчки кода вылились там в 10 классов, которые там типа менеджер как-то кэш по-умному. Вот, это, конечно, грустно. Поэтому я за простоту. Чем проще, тем лучше. Итак, дальше. У нас есть несколько фич, которые требуют shared state. Ну, например, одна из таких фич — это frequency capping. Это, ну, например, если вы хотите показать одну и ту же рекламу, там, показывать одну и ту же рекламу не чаще, чем раз в день. Или, например, если вы после первого показа баннера не получили клик, то после этого события, да, выдавать тому же пользователю уже другой баннер там, со скидкой 15%, например, чтобы как-то привлечь его. Вот. Для этого кейса нам необходим был shared store, то есть некий state, который бы шарили между собой все delivery сервера. Ну, это как бы идеальный кейс для NoSQL solution. Поэтому тут мы начали думать, что было бы неплохо использовать.
Итак, что нам требовалось от этого NoSQL Storage? Нам нужно было, по сути, на каждый request делать query в этот NoSQL Storage. То есть нам нужно было максимально быстрый возможный ответ от сервера. Запросы довольно примитивные, да, то есть есть какой-то пользователь, мы по этому пользователю делаем get, put, в принципе, все. Было неплохо иметь, так как мы очень много работаем с счетчиками, ну, это как еще одна там дополнительная фича, нам как бы было довольно-таки критично иметь такую фичу, как атомик инкремент, про которую я расскажу чуть позже. Ну и как бы, конечно, было желание сделать это как можно дешевле, да, потому что ну, как бы и себе приятно, и заказчику дешевле. Мы остановили свой выбор на Redis. Почему? Потому что Redis показывал очень крутое время ответа. То есть в нашем private network Amazon он давал на один get request около 200 микросекунд. Это очень круто. На текущий момент ни один solution, который мы попробовали, не показывал подобного рода параметры. И опять же, для нас это было критично, да, так как у нас были строгие требования по времени ответа. Что еще интересно, он очень легкий, то есть и простой. То есть с Redis вы можете начать работать уже буквально через 5 минут. То есть, зашли на главную, увидели, скачали, через 5 минут вы уже можете начать делать какие-то гетики, путики, все довольно просто. Заявленное. Что там? Я перепрошу. А что еще пробовал, кроме Redis? Я уточню потом. На главной указано, мол, он способен держать 100 тысяч гетов. После нашего перформанс-тестинга оказалось, что это не совсем правда. То есть, скажем так, в нашем случае на C3X/Nessus мы хендлим где-то 45 тысяч гетов в пике. Больше сервер не держит. У Redis есть офигенские фичи вроде атомных инкрементов, сетов и хэшей. Про хэшей немножко расскажу позже. Ну, еще одна плюшка. У Amazon есть уже готовый сервис, построенный на Redis. Это Elastic Cache. Понятное дело, что Redis не идеален, у него есть свои минусы. Один из самых главных минусов – это то, что он однопоточный. То есть, с одной стороны, это плюс, так как возможны атомные инкременты, с другой стороны, это минус, потому что его становится трудно скейлить. На тот момент, когда мы заюзали Redis, не было кластера. Сейчас он уже как бы появился, уже как бы даже не бета. Может быть, он уже рабочий. Я, если честно, не тестил, не смотрел. Что еще у нас? На тот момент единственная возможность скейлить Redis для нас это был шардинг. Но шардинг он сложен тем, что если у вас система уже в продакшене, как раз наш случай, то мигрировать данные из одного шарда на много шардов это в принципе проблема. Мы ее решили, ну, может расскажу, если будет время. Также следует понимать, что Redis хранит все данные в памяти, да, то есть если говорить о амазоновских серверах, то это максимум 240 гигабайт. Ну, мне, конечно, трудно представить такой хип, но, в принципе, такое возможно. И еще один важный момент, что вы можете терять данные, то есть никакие критические данные вы не храните в Redis, то есть какие-то сессии, там, счетчики, да, вполне возможно. То есть все то, что можете восстановить, храните в Redis. Остальное не рекомендуется. Для этого есть другие solutions, там, вроде Cassandra и так дальше. Понятное дело, что сразу мы Redis не выбрали. Так как мы изначально завязывались на архитектуру Amazon, мы решили заюзать DynamoDB. После первых, опять же, тестов, да, оказалось, что Dynamo не очень крут. Вернее, он совсем плох. Мало того, он даже не скейлится автоматически. То есть при старте кластера там, DynamoDB вы должны указать максимальный лоад, который он должен как бы выдерживать. Mm-hmm. То есть, например, вы говорите, я хочу хендлить там 10 тысяч гостов в секунду. За это Amazon вас сразу начинает чарджить по вот такому вот трассе, 6 тысяч баксов. Это не круто и очень дорого. Ну, то есть, вот табличка сравнения с Redis. Тут как бы все очевидно. Единственный вот кейс, когда вам может понадобиться Dynamo, это когда вам нужен стабильное время ответа, независимо от региона, где вы находитесь. Да? То есть, если ваши сервера очень сильно разбросаны по миру, то в этом случае DynamoDB может пригодиться. Так как у него там есть cross-domain replication, который может помочь в этом случае.
Что по поводу других новостей? Это все те, которыми я более-менее работал. По Cassandra, что могу сказать? Очень хороший solution, но написан на Java. Что это для нас значит? Это значит, что хорошего latency получить оттуда нельзя. То есть Cassandra где-то дает request вам за 1-3 миллисекунды, в лучшем случае. Но у Cassandra есть большой плюс, она очень легко горизонтально скейлится. То есть фактически безгранично можете ее скейлить. И никаких как бы, проблем с этим скейлингом вы не получите. То есть не каждый solution может такое предложить. Ну и плюс он хендлит там в районе 15-10 тысяч реквестов. Но правда, 1000 реквестов в секунду, но Cassandra она как бы использует диск для сториджа, поэтому. Опять же, там все тюнится, там, в зависимости от того, какой перформанс вам нужно, или там больше persistence и так дальше. По Voldemort. С Voldemort мы много работали на Engage. Что могу сказать? Ну, в принципе, неплохой storage, да, но опять же, он написан на Java, что влечет свои проблемы. И, ну, опять же, в целом, для небольших нагрузок он вполне подходит. Там, тысяч, по пару тысяч реквестов вполне справляется, отлично работает. По Memcache. Memcache получше этих двух в плане времени ответа, то есть Memcache уже где-то в пределах 1 миллисекунды дает ответ, но у него не было фич, которые нам нужны, это те же atomic инкременты, которые мы очень сильно используем. То есть как бы, в мире NoSQL, чтобы заинкрементить value, вы делаете get request, делаете плюс, там, плюс сколько-то, и делаете put request, то есть две ходки по сети. Для нас это было дорого, и мы посчитали, что нам как бы не очень это выгодно. По MongoDB тут трудно что-то сказать, потому что, в принципе, она уже как бы не совсем новый SQL Storage, она уже больше такая в сторону SUBD уклоняется, там, Documented Oriented Storage. Ну, могу сказать только, что она не очень хорошо подходит в роли там, NoSQL Solution. Если пишете какой-то проекты на коленке вполне можете заюзать, но для хайло вряд ли вам подойдет. Так, что у нас получилось с Редисом? После того, как мы выкатили как бы, версию на бету, мы заметили, что у нас очень быстро растет объем данных в Редисе. Мы начали, взяли калькулятор в руки, посчитали, сколько у нас получается рекорды, сколько мы можем хранить. Оказалось, что в худшем случае нам потребуется около 300 гигабайт для того, чтобы хранить всю нашу пользовательскую базу. Ну, помните, да, вот эту фичу frequency capping, про которую я сказал. Просто в веб-мире эта задача решается очень просто, потому что есть хука. То есть, если человек получил какую-то рекламу, сервер сетает ему куку, мол, он видел эту рекламу, вот этот человек, какое-то время, и при следующем запросе мы просто берем куку, сравниваем, какую вот рекламу он видел, и можем ему уже отдать там какую-то другую. То есть никакой базы пользователей нам хранить не надо у себя. У нас же было немножко не так, потому что, во-первых, это был application, во-вторых, наш клиент не захотел реализовывать куку как бы, да, на стороне application. Он говорит, мы для нас это очень долго, у нас там цикл выпуска application 4 месяца, поэтому даже если мы заинклудим эту фичу в этот релиз, то надо будет ждать 4 месяца, чего мы себе позволить не можем. Для нас это означало, что мы вот фактически всю пользовательскую базу должны хранить у себя, там, в нашем случае в Redis. Вот, так как пользователей было очень много, то получалось очень много данных. Так как это был уже какой-то некий препрод, нам надо было быстрый solution, мы поступили по самому простому пути. То есть мы изначально хранили там JSON строки. То есть по каждому ключу какой-то JSON object. Почему мы сделали так? Потому что очень удобно было мониторить. Просто мы, как бы, имея опыт Engage, знали, что очень часто на проде возникают issues от клиента. Например, почему вот эта реклама не показалась вот этому пользователю? Или почему моя компания закончилась так быстро. Вот. И для вот такого рода кейсов нам надо иметь доступ очень быстрый к реальным данным, которые есть на продакшене. Вот. Собственно, для этого использовали изначально JSON. Потом мы от него отказались, заюзали Creo Library. Это такой сериализатор на Java. На текущий момент он
является самым оптимальным по сжатию. Чуть-чуть уступает протобафу по скорости, но в целом там разницы почти никакой нет. Вот. Это нам позволило уменьшить объем данных 4 раза, и поверх крио мы заюзали экзипер, который позволит еще 2 раза уменьшить объем. В итоге нам в худшем случае для одного Redis Instance понадобилось бы всего лишь 40 гигабайт, что уже не так много. Чуть-чуть про хэши расскажу, почему, потому что, опять же, мы наступили тут на одну граблю. Хэши — это такая штука. Благодаря хэшам вы можете хранить один объект как совокупность полей объекта. То есть, по сути, если у вас есть объект с 4 полями, и вы говорите, что это хэш, то вы получаете на выходе фактически 4 ключа. То есть вы можете к каждому конкретному полю получить доступ. Это было нам удобно для чего? Для того, чтобы делать атомик инкремент для вот этого вот поля. То есть, опять же, да, то есть, если бы мы так не делали, то нам надо было делать get object, распарсить его, заинкрементить это поле, обратно там стерилизировать и обратно положить. Это было немножечко накладно, и мы решили, было бы неплохо завязать такую штуку. Но это не сработало. Почему? Потому что, чтобы вытянуть целиком этот объект, Redis выполняет N операций, где N — это количество полей в объекта. То есть Redis не хранит вот эти поля, там, как этот объект, как один по одному ключу. То есть он обязательно внутри делает много гетов. То есть если у вас объект 10 полей, и вы делаете hgetall, то на Redis выполняется 10 get операций. В нашем случае это было непозволительно, потому что мы вылазили за 40k реквестов, и Redis переставал работать. Что у нас в результате получилось? На текущий момент, по самым нашим последним перформанс-тестам, среднее время ответа от нашего сервера, да, то есть время ответа на отдачу баннера, около 1200 микросекунд. Это очень мало. Это происходит при load average 4, да, и при нагрузке 1200 реквестов в секунду. Понятное дело, что это не предел. Мы можем, там, скажем, вырасти вполне себе до 2000 реквестов в секунду. Но просто если мы вылазим за load average 4, у нас уже не растет время ответа линейно. То есть, там, например, при нагрузке 2000 реквестов в секунду у нас вот это время, оно уже будет где-то 60-80 миллисекунд. Вот, поэтому все наши сервера мы исходим от этой цифры. Максимальный лоу — 1200. В Китае это как не совсем так. Куда уходит время? Значит, мы постоянно мониторим наш application. У нас есть несколько средств. Это, во-первых, кода Halo Metrics. Они фактически у нас проходят через весь код, везде развешаны и собирают нам всю статистику по каждому из методов, которые вызываются в бизнес-логике. То есть у нас есть полная картина того, что и как происходит на всех продакшн-серверах, на каждом в отдельности. Дополнительно вся эта статистика собирается там раз в минуту, отсылается на отдельный сервер. И там у нас есть общая статистика по каждому из серверов. Ну и дополнительно мы постоянно профайлим, мониторим и нагружаем на QA environment. Ну, как бы, несмотря на то, что Redis довольно быстрый, да, тем не менее, как бы 50% времени все равно уходит на него. Ну, почему это понятно? Потому что request по сети есть request по сети, это медленно. Ну и опять же, на один пользовательский request мы делаем в среднем где-то 1.5 реквеста в Redis. И так дальше. Значит, каждый сервер собирает информацию по тому, какую информацию, какой баннер кому был отдан. Вся эта информация локируется банальным log4j, там два логера. Файлы раз в час ротейтятся, да, то есть переключаются на новый файл каждый час. Старые файлы за один час мы собираем из каждого из delivery серверов и отсылаем их на кластер Hadoop, где они процессятся, агрегейтятся и после этого отдаются на ETL-модуль. ETL-модуль — это банально ваш скрипт, который вызывает одну SQL.
после этого данные попадают в Муску и уже оттуда на пользовательский интерфейс. Вот так приблизительно выглядит структура нашего лога с одного там сервера. Опять же, мы храним все эти данные в JSON, опять же, для дебаггинга. Очень удобно, так как, опять же, имея опыт Engage, мы решили так, оставить такой себе бэкдор. Это, конечно, не очень эффективно, можно было сжать, уменьшить, но пока это не критично, так как на наших delivery серверах диск фактически не юзается. То есть запись вот этого лога — это единственное, что используется диск. Что у нас получается по объему? С такими вот данными у нас в часовый пик выходит около, сколько там, за месяц у нас получается 20 терабайт. Это очень много, и понятное дело, что процессить такие объемы, там, даже типичный какой-то СУБД, очень накладно. То есть это можно сделать, да, но это будет очень дорого. Вот. Но, к счастью, нам повезло с заказчиком. Он четко знал, что он хочет, то есть он сказал, вот, у нас есть совокупность такого рода полей, это, ну, их там до 40, по-моему, то есть всю максимум той информации, которую мы можем извлечь от пользователя. Если эта информация, она как бы в сыром виде, да, ее получается очень много, поэтому мы, поговорив с заказчиком, решили, что мы можем упростить это все. То есть мы делаем агрегацию по определенным dimension, да, по определенным полям. Вот приблизительно так это выглядит. То есть мы входящий поток данных банально сужаем до там, нескольких десятков более узких потоков. Это позволяет очень сильно ужать данные и как бы уменьшить данные где-то вот на 3 порядка. То есть на выходе после такой вот агрегации с помощью Hadoop у нас получается 40 гигабайт в месяц. Это 40 гигабайт в месяц — это очень мало, то есть любая, даже MongoDB справится с такой нагрузочкой. Что еще хотел сказать? Ну, понятное дело, что после подобного рода агрегации вы уже не сможете выполнить там cross-table какой-то request, да, то есть вы не можете там, например, узнать, сколько пользователей там, в Сан-Франциско видели вашу рекламу на Android-девайсах. Такая информация после подобной агрегации теряется, но в нашем случае она просто была не нужна. Тем не менее, мы все равно храним там, по-моему, за неделю данные в сыром виде. И вот если нам нужна какая-то такая специфическая информация, у нас есть для этого отдельный сервер, и мы можем там поранить какие-то репорты, посмотреть уже конкретно там, такой специфик, очень специфик запрос. Почему Hadoop? Ну, если честно, то у нас банально был с ним опыт. У нас не было времени на тот момент как бы поиграться, потестить другие solution, поэтому мы использовали его очень активно на Engage, мы работали с ним на MobileClix, поэтому мы его просто банально как бы переиспользовали, переюзали тот опыт, который у нас был. Я как-то попытался вот чисто для себя обнаружить плюсы и минусы Hadoop'а, и плюсов фактически у Hadoop'а нет на текущий момент. То есть сейчас уже есть много других альтернативных прикольных solution. Одной, как бы, опять же, из таких больших плюсов считается его там unlimited horizontal scaling. Да. В теории это, в принципе, правда, но на практике получается так, что не все данные можно скейлить безгранично. Есть определенные данные, которые просто банально не скейлятся. И с Hadoop'ом вы не можете эту проблему решить никак. То есть сложный механизм, когда какой-то создается entry, да, на основе input какого-то лога, там вычисляется хэш-код, и вот есть такие кейсы, когда хэш-код, может быть, даже если у вас там мега-правильная функция вычисления хэш-кода, бывает такое, что инстансы, эти лог-энтри, они попадают на одну и ту же ноду. То есть вот есть банальные данные, которые вы не можете заскейлить. То есть поднимаете хоть 50 нод, все равно процессинг будет направляться только на одну ноду. Из еще таких вот моментов, которые стоит заметить, что
как бы Hadoop считается batch processing tool, да, то есть вы не можете в реал-тайме процессить. То есть если пользователь посмотрел баннер, сразу по нему кликнул, вы не можете это в репортах увидеть через 5 секунд после того, как был совершен action. У нас это время занимает полтора часа в лучшем случае. То есть с момента, когда пользователь что-то сделал с баннером, там кликнул, увидел, мы эту вещь узнаем в репортах только через 1.5-2 часа. Вот. Ну и как бы сам Hadoop код, как бы его эффективность очень сильно зависит от программистов. То есть от того, как они его пишут. Чаще всего это не очень круто. У Hadoop также есть проблемы с мониторингом. Его очень непросто мониторить. Там есть нюансы с тем, как можно узнать, где там тратится время, что там не так. Я позже остановлюсь об этом, но у Hadoop есть классная штука, это амазоновский MapReduce сервис, Elastic MapReduce он называется. С ним очень много хадуповских проблем уходит, то есть там легко его расширять, сетапить и, что для нас очень важно, мониторить. То есть очень хороший мониторинг. Мы, кстати, вот как раз его используем. То есть мы не разворачиваем Hadoop на своих там инстансах, мы заюзаем сервис. В Engage мы менеджем свой Hadoop, да, на своих серверах. Поэтому как бы нам есть с чем сравнить. Что на текущий момент есть из альтернатив? Опять же, те вещи, с которыми мы стыкались. Значит, есть Storm. Ну, со Storm вам, конечно, не повезло в плане практического опыта. У нас его фактически нет. Storm — это real-time processing tool. И это как раз она очень идеально подходит для того кейса, да, когда вам нужно в реал-тайме получать какие-то данные. Она в принципе довольно эффективна, но есть нюансы. Вы не можете процессить какие-то historical данные. То есть, ну, например, если говорить об advertising мире, то клик и баннеропоказ они могут прийти совершенно в разное время, скажем, с разницей в час. И вот Storm для процессинга такого рода данных уже не подходит. Столько какой-то input, который легко можно там распарсить и что-то с ним делать, это да. Redshift — это новая такая column-based SUBD, которая появилась, по-моему, где-то всего лишь год назад. Она позиционируется как очень мощный, очень быстрый warehouse, стоит $900 за терабайт в год, плюс куча дополнительных платежей, которые скрытые. Вот. Но, в принципе, очень эффективно, очень быстро работает. На больших объемах, как раз когда вам надо там, десятки терабайт, проанализировать, сделать быструю выборку по ним, очень идеально подходит для этого. Поэтому, как бы, на сегодняшний момент мы бы, наверное, даже ее и заюзали. По вертике. Вертика — это надстройка над Postgres, которая очень хорошо ужимает данные, которая хранит, очень хорошо индексирует их. И мы работали с вертикой на Engage и работали на MobClix. В принципе, довольно неплохой solution для больших объемов данных, но есть большой минус. Один сервер стоит $5000 в год. И то ли сервер, то ли ядро, я уже не помню. В общем, очень дорогой solution, гораздо дешевле там, перейти на тот же Redshift. PostSpark это такая себе облегченная версия Hadoop. В принципе, опыта не было, поэтому ничего не могу сказать. Только читал мануал, смотрел. Вроде как раз должна быть хорошая альтернативная Hadoop. Что у нас получается по времени? Значит, в пиковый час 25 гигабайт логов со всех delivery серверов на 4 C3 Flash нодах процессится где-то за 40 минут. В случае, если кластер не был поднят, то еще где-то 10 минут уходит на поднятие кластера. То есть в среднем 30 минут уходит на процессинг от 25 гигабайт Hadoop. Что еще тут стоит отметить? Что Hadoop, он не всегда нужен. То есть даже если вам показалось, что 25 гигабайт это много, это нет. На самом деле это немного. И вы вполне можете написать свой примитивный какой-то парсер, да, который будет брать эти логи, процессить их и отдавать. Если никакой сложной логики нет, то на одной машине вы эти 25 гигабайт запроцессите за пару минут. Дело в том, что у нас просто есть определенная логика, которая требует historical data, да, и
их анализ. Поэтому нам понадобилось решение, которое бы очень хорошо скейлилось. И если бы это был мануальный какой-то парсер, да, то он работал бы гораздо хуже, и его было бы труднее парсить, скейлить. Вот. Что у нас получалось? На выходе у нас получалось 300 мегабайт CSV файлик, который мы инсертили потом, изначально инсертили через Java, да, то есть брали input в 300 мегабайт, парсили его и потом делали там insert int в базу. Это оказалось, понятное дело, медленно, поэтому мы удалили этот подход полностью и написали просто скрипты, которые делают там, в общем, заменили Java Way на просто MySQL insert в базу. Дополнительно немножко потюнили разные наши подходы, которые мы делали инсерт, и сократили время инсерта вот этих 300 мегабайт до 5 минут. Что мы заоптимизили? Мы все выкинули все инсерт инфу, заменили их на load data. Load data — это нативная инструкция у мускула, у Postgres, которая позволяет фактически без проверок разного рода констрейнтов напрямую инсертить данные. То есть у вас должна быть сформулирована табличка таким образом, чтобы вы вставляли данные только вот в конкретный момент. То есть в нашем случае это сделано благодаря колонке date, да, то есть у нас все таблички имеют колонку date, и всегда input происходит по новой. То есть в конкретный там час всегда идет batch вот этот load data без каких-то там проверок, там селектов предыдущих. То есть мы четко знаем, что вот сейчас у нас приехала пачка логов, они Hadoop определенным образом схлопнулись, мы знаем, там нет никаких violation constraint, и мы напрямую делаем вот load data, что позволяет очень сильно ускорить работу мозга. Иногда можно заюзать MySum engine в случае MySQL, да. Что это даст? MySum, он как бы не содержит никакой транзакционности, там нет никакого логинга, там как бы с consistency все очень плохо, но в целом есть целый набор данных, для которого это подходит. Тут тоже можно неплохо сэкономить, что мы, собственно, и сделали. В нашем случае мы используем это для таблички юнитов, то есть уникальных посетителей там, какого-то сайта, потому что это одна из самых больших таблиц, и там очень критично было делать быстрый инсерт. Ну и для абсертов, которые у нас происходят в памяти, мы используем Engine Memory, который тоже нам сэкономил в порядке его операций. Так, ну вы наверняка видели, да. Можно да. Питание? А MySQL слово это тоже на Амазоне? Нет, это уже наш собственный сервер, развернутый. Вы видели в предыдущих слайдах каскейдинг. Каскейдинг — это такая себе OOP-надстройка над Hadoop. Почему мы ее заюзали? Ну, банально просто это перешло с Mockplix, то есть как бы они это юзали, мы подумали, ну, давайте попробуем. Почему бы нам не изучить новый фреймворк? По логике, как бы, каскейдинг рассчитан на то, чтобы уменьшить эфорты на разработку там Hadoop-овских жоп. Ну, по факту оказалось, что с каскейдингом гораздо сложнее разрабатывать. Единственный кейс, когда он очень хорошо вписывается, это если у вас есть chunk job, да, то есть если у вас какой-то chain, выстроенный job, то есть когда результат одной джобы должен быть запроцессирован другой джобой. Вот для этого случая он хорошо подходит, потому что кто работал, ну, вот узнает, что вот заменеджить такую вот последовательность джоб очень трудно в самом Hadoop. Надо постоянно мониторить, смотреть, не отвалилась ли какая-то джоба. Если она отвалилась, то смотреть почему, смотреть, что делать с результатом предыдущей джобы, думать, куда ее положить, куда ее назад. В общем, трудновато. В каскадинге все это решается за вас уже как бы by design. Ну, на этом, в принципе, первая часть окончена. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Клієнт до ad-сервера, це самі писали клієнт, чи це якісь сторонні аплікації, які звертаються, і є, в якому форматі дані, це REST, запити? Ще раз вопрос, сначала. Клієнт для ad-сервера, ви самі писали той клієнт, чи це сторонні? Ні, це вже существующий аплікейшн. В якому форматі вони запити, це REST, запити? Так, суть так. Тобто банальні HTTP request з кучою параметрів, які вони прийдуть по кожному пользователю. Тебе для request. А якусь аутентифікацію використовувати? Ну там все хитро зроблено. Нам
случае вот этого последнего нашего проекта, нам реквесты приходят не напрямую от клиента, а через прокси-сервера, в которых происходит вся аутентификация. Это прокси-сервера нашего клиента, и весь трафик идет через них. В Engage и MobClix там напрямую идет connection клиентов к нам. А security тоже на клиенту? Ну, кто занимается security? А о каком security вы говорите? Не знаю, там. Ну, важно понимать, что это баннеры. Печальный баннер. Про такие не слышно. И когда вы стыкались с DDoS-атакой какой-то? Ну, все наше приложение — это DDoS-атака. Мы как бы изначально просто, нам повезло в том плане, что мы знали четкие требования. То есть, когда разрабатывался Engage, например, мы о таком вообще не мечтали. То есть, никто не знал, как оно будет работать, никто не знал, сколько будет клиентов, никто даже приблизительных порядок, цифр не знал. То есть, там вот сказали вот сделать вот эту фичу. Ну, ребята сделали, а потом оказалось, что оно не работает при нагрузке там больше 100 реквестов в секунду. Вот. И там начали станции с бубном, там тюнинг и переписывание всего лица и так дальше. Вот. Тут мы уже точно знали, что нам нужно. Да. Сколько у вас людей в команде? Сколько вы часа разрабатывали этот проект? Ну, изначально у нас было четверо, четыре разработчика и где-то еще 2-3 QA. Это в самом начале. Это было летом прошлого года. И где-то через 8 месяцев у нас было, когда мы уже, в принципе, закончили проект, у нас было 7 разработчиков и где-то 5-6, ну и плюс 1,5 адопса. Як ви вирішали з географією проблеми з таким коротким респонс-тайпом і з шареними даними? Если говорить, опять же, о последнем проекте, да, который XXX, то там такой проблемы не стояло в принципе, потому что все наши сервера, они в той же зоне, где прокси-сервера нашего клиента. Да. Вы много раз вспоминали перформанс-тестинг. То да. есть, какие тузы вы юзали для перформанс-тестинга и вообще, как вот вы environment? Вы репликейтили продакшн environment и на нем тестили? Или на продакшене? На продакшене было неразумно. Значит, как это было? Значит, когда было требование в 1000 реквестов в секунду, мы юзали Load UI и JMeter. Они, в принципе, с такой нагрузкой вполне справлялись, все было окей. Как только нам надо было выскочить за 2-3 тысячи реквестов в секунду, Load UI и JMeter уже не подходили. Они банально крешились, подвисали, с ними невозможно было работать. Поэтому мы вышли на Цунг. Цунг — это тулза на Erlang написанная. Там один инстанс нам генерит около 5000 реквестов в секунду. От C3, XLash и вот. Как изначально было? Изначально мы создали QA environment. У нас отдельно есть QA environment, который минимальный сетап, с которым мы работаем, чтобы удешевить процесс тестинга. Есть отдельно performance testing environment, на котором уже мы там ланчим много инстансов и нагружаем вот этим отдельным кластером с Цунгом и всем остальным. И как бы изначально вот этот performance environment, он потом превратился в production environment, а мы для себя потом сделали новый performance environment. Вот я вам по секрету скажу, что когда мы тестили вот 25 тысяч реквестов в секунду в недельный, то билд получился в 40 тысяч баксов. Да. Окей, не запускай. После этого... Амазон, а то бы самим ты ставил результаты, то бы... После этого наши проект-менеджеры начали очень сильно мониторить состояние, включено что-то там на сервере или выключено. Какой нормальный. Вот, как-то так. Ну, смотрите, вас, я разумею, три проекта, вы говорите с галочек, бо пов'язано з рекламою. Коли з'явився другий проект від різних замовників,
І третій проєкт. Чи у вас погіршились відношення з першим замовником після того, як з'явилися ті самі галузі і інший проєкт? Ну, тут теж все дуже складно. Чому? Тому що ми працюємо над софтверною компанією. Ця софтверна компанія, вона розробляє продукти в мірі Mobile Advertising. У нее много этих продуктов. Мало того, эта компания постоянно выкупает чужие солюшены и подпиливает их под своих там, новых клиентов или пытается парить новых клиентов. Вот, или перевести старых клиентов на новые свои продукты и так дальше. То есть мы, по сути, работаем с одним заказчиком. Мы в Когнице работали, да, с одним заказчиком. А он уже там внутри менеджер этих все штук. Нас это вообще не касалось. То есть мы работаем с этим проектом, нам сказали сделать это, а мы сделаем. Нам все равно, в принципе, с каким проектом мы работаем. Единственное вот отличие, да, что все вот эти проекты, Mobclick, Engage, они нам пришли уже более-менее с готовой кодбейзом. А в случае нашего последнего проекта мы ее полностью с нуля создавали. Поэтому там получился перформанс получше. Да. Ну, я так розумію, що ваш логінг – це насправді репортинг використовується більше. Це не є логи, в такому розумінні, що це трейс якийсь, щоб відслідкувати, що сталося в програмі. Так. Окей, а як ви трейс? Тобто щось сталося не так, не той банер показали. Як ви взагалі виясняєте? Є такі інші, що ви, ну, поки? Ну, звісно, є. Везде є. Окей, а що ви використовуєте для таких логів? Log4j. Звісно. І як воно вам не гасить перформанс? Ні. Просто у нас прайс на карті якісь. Так, у нас диск взагалі не називається так. Ага, то вас просто не вижили, наверное. Ну, але ми ж смотри, як у нас є. Значить, у нас є два режими роботи сетера. Це дебаг режим і не дебаг режим. Не дебаг режим – це мінімум аутпута в блоке. Тобто там какие-то базові інфа, мол, прийшов такий-то реквест, і от не за процес, все, з мінімум. Є отдельний дебаг реквест, там, по суті, мы можем включить режим для отдельных потоков, сказать debug true, и у нас получится full output того, что происходит на каждый конкретный request пользователя. Здесь два будет режима. То есть первый режим, он вообще не создает нагрузки на диск, вообще никакой. Я просто сам здивований подивився, що один реквест на 10 тисяч секунд. Тобто, якщо один реквест генерує два лови, це небагато, на вхід і на вихід, наприклад, то це 20 тисяч врайтів на секунду на хард. Ні, це... Ну окей, на 8 нот, так? Ви ділуєте 5 тисяч райтів. Окей, це... Це дуже мало. Окей, так. Якщо там є буфер какой-то, там, мегабайт, це один райт реальний на диск. А ще така штука, ваш реквест, коли приходить, він ще спише на базу, на MySQL базу? Ні. Нічого не пише. Все, що происходит, все, що происходит в delivery серверах, воно все происходит в RAM. Тобто никакого... сохранение состояния, и вот единственное состояние, которое это Redis. Окей, а что считает, чи считает только Solver? Считается только Solver, про все. Окей, а это, ну, вы как-то анализировали, это дает прирост? Есть какие-то выигрыши для того, что это считается Solver, а не с MySQL напрямую? Да нет никакого. Ну, смотри, там у нас банально болотает переменная, которая раз в минуту выгружает весь delivery index из Solver. То есть там запускается отдельный поток, которые вынимают все эти данные. Это происходит, ну, очень быстро. И, ну, сколько там данных может? Ну, пусть даже там гигабайт есть данных, да, вот delivery, то есть из конфигурированных рекламных кампаний, которые нам нужно дать. То есть оно происходит там в секунды. Мгновенно. Вот. А остальные сервера, они себе работают со старой копией delivery данных, пока вот эта волатильная переменная не обновится. Когда она обновилась, все новые, ну, потоки, которые придут по новой, они уже получат обновленный там delivery индекс. И останнее питание, ты сказал, что пропадает на Redis и данные. Это так пропадает, или бывает, что пропадает? Нет, ну что имеется в виду? Они не просто так пропадают. Они пропадают в случае, если вырубится инстанс, например. Потому что вся память... Там взагалі нема бэкапа? Есть, конечно. Есть master slave replication, есть сбрасывание на диск там, по определенной полисе, которую ты контролируешь. То есть у нас на диск сбрасывание вообще не происходит, потому что это замедляет работу Redis. Мы от этого отказались полностью. Дуже сповільнені чи трошки сповільнені? Трошки сповільнені, але для нас це має значення, без метр. Поэтому текущее состояние Redis, оно реплицируется на другие инфекции. В случае, если падает основной Redis, мы переключаемся на тот сертифицированный Redis
И у нас, по сути, зазор в потери там довольно небольшой получается. Да. Ну, у вас же данные там не критичные, то есть, в сути, если вы попадаете. Эти данные у нас Redis используется для трех фич. То есть, они даже логически разнесены по разным Redis. Логически. Физически на текущий момент это пока что на одном Redis. То есть, мы там заимплементили шардинг в отдельной ветке, но пока необходимости нет. То есть, пока мы не выпиливаем за 40 тысяч реквестов в секунду, то есть, пока один сервер держит, мы экономим. Як ви Redis розгортаєте? Там через те, що він однопроцесний, однопоточний, там є різні схеми. Буває, що на одному фізичному ноді розгортають пару інстансів Redis. Так. В кластер об'єднує. Так, це хороший вопрос. Це якраз той вопрос по шардингу, про який я не розказав. На текущий момент у нас ланчиться один інстанс на одному ядрі. Це Elastic Cache Service. Тобто там уже Amazon. Себе там где-то мы нажимаем кнопочку, у нас ланчится Redis. Вот. Сейчас работаем на одном, потому что, опять же, по объему данных пока что все помещается, по количеству request рейтов пока что мы влазим. Но как бэкап мы задизайнили отдельную ветку, где написали миграцию данных с одного шарда на много шардов. Ну, получилось так, что мы изначально не думали про скейлинг Redis, потому что думали, что он будет там отлично справляться. Вот. Но потом, когда увидели реальный голод, поняли, что нам нужна подстраховочка на случай, если нагрузка будет расти. Поэтому в отдельной веточке мы там написали миграцию и написали шарды. То есть так было давно, сейчас пытаюсь вспомнить, как это происходит. Значит, мы разворачиваем на отдельных инстансах пачку шардов, делаем redeploy приложение. Приложение начинает работать одновременно с двумя Redis. То есть оно лезет в старый Redis. Нет, оно лезет в новый Redis, смотрит, есть ли там эти данные. Если их нет, оно лезет в старый Redis. Если они есть, она уже там их обрабатывает и сохраняет в новый Redis. Вот. И так мы через код типа, планировали миграцию. Пока что на вроде это не ланч. Еще по Redis питания такие. Казав, що ви використовували JSON, потім перейшли з JSON на якийсь бінарний формат, і це все зіпується по двері. Да. А не вистачало зжимання даних, яке в Redis вже є, за певних умов, там, за певних розмірів записів? Ні, вже. Немає? Ні. Півроку назад було, використовували. Так, коли-то там щось таке було, я навіть про це читав, але зараз ні. Я специально мониторил, смотрел, читал, искал. Окей. Ті дані, які ми всі подивили, які ті для репортингу використовуєте? Ну, по суті, так. А репорти самі писали, чи що використовуєте з тобою, коли ви репортили? Я самі написав. Там нічого сложного. Точний, не було проблем development, environment, production, там, які працює у вас, там є пару сервісів, у вас там знаковий пост, скрипти піднімають інстанси, де давали трохи продажі, чи не слабшки. В чому питання? Яка у вас процедура розгортання Dev Environment? Для кожного Dev, скільки там вона коштує, скільки це займає час? Dev Environment? Dev Environment. Що різниця між Dev'ом і Pro? Чи у вас Dev такий же, як Pro? Ти ж казав, що ти там Hadoop піднімаєш руками, значить у тебе є цей Elastic Web. Ну, смотри, да, для дева мы не поднимаем ничего, по сути. То есть у нас есть, мы отдельно можем поднять консоль, мы отдельно можем поднять отсеку, мы отдельно можем поднять там репортинг базу. Все это можем мы поднять на одной машине, ничего сложного тут нет. То есть тут не совсем понял. Не было проблем с тем, что было догадающих по-инакшему, чем на продакшене. А, ну конечно. Конечно, с этим постоянно есть проблемы, но для этого у нас есть QA environment. То есть это тот environment, который полностью реплицирует структуру production. То есть production, опять же, да, строился из бывшего QA environment, а мы потом уже production. У нас была проблема с engage. Вот, как раз тот кейс, про который я спрашивал. У нас был QA environment ранился в одних кондишенах, а production был чуть-чуть другим. Там,
какая-то другая, по-моему, версия операционки была. И с этим у нас там была какая-то бага. Но это было давно, я уже не помню. Но такой кейс был. Так что, как бы, имея опыт, мы уже сделали по-другому. Изначально мы ранили проект на Java 6, то есть как только начали, завезли 6 Java. Вот. И потом в какой-то момент подумалось, о чем мы, собственно, юзаем 6, когда уже 8 скоро нанесу. Вот. Быстренько переключились на 7, оказалось, не зря. То есть даже на тот момент это был еще такой сырой код, не оптимизированный, но даже на нем мы получили 40%+. За счет чего я чуть попозже расскажу. Java 8, да, целом? Java 8 в том же самом ключе. Performance per his Java 7 или Java 8. Да. И PDN, минус, плюс. Нет, Java 7 не тестили. Почему не тестили? Потому что заказчик не дает добро. Вообще отказывается даже рассматривать идею переходить на Java 8 продакшн и вообще в целом. Не тестить. Но из того, что я читал, там уже нету довольно так. То есть, если говорить о переходе 6 на 7, то там очень много было оптимизации именно конкретно сделано на уровне самой Java языка. На 8 там чуть-чуть по-другому. Там банальные лямбды, там новые дейтапы, то есть по мелочи. Оптимизации там уже гораздо меньше было. Все его операции мы минимизировали, да, то есть если речь идет о хайлоде, то про IO приходится забывать. Или строить большие дорогие солюшены и разные рейды диска, например. Вот. Ну и еще такой важный, ладно, потом спот. Есть такой замечательный слайд от Гугла о стоимости операции. Что сокли стоит? Тут вы можете прекрасно видеть, да, какая разница между работой оперативной памяти и диска. То есть разница фактически на 6 порядков. Это большая разница. Поэтому, опять же, если речь о хайлоаде, вы всегда в первую очередь стараетесь минимизировать его операции, сеть. И только потом уже, когда все вот эти вещи там алгоритмические, там, улучшены, заоптимажены, вы уже можете переходить к таким мега-лоу-левел оптимизациям, которых я очень мало встречаю, но они тоже есть. Особенно об вот этих вот вещах, да, заапдейтить SRAM на L2 кэш, L1 кэш, очень актуально в кодировании и декодировании видео, которое уже сейчас постепенно переносится на Java. То есть если еще там 5 лет назад там, декодировать видео на Java было нереально, то сегодня это уже становится реальностью. И есть замечательный проект, который называется J-Codec, который человек из Киева сделал, он сейчас в YouTube работает. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь, там много работы именно по low-level optimization. Касательно нашего приложения, да, у нас cacheable стоит практически везде. То есть любые методы, которые имеют ограниченный набор инпута, мы их полностью закешировали. То есть нигде никаких тяжелых операций не происходит. То есть единственная тяжелая операция это просто банально там пройти по там, огромному количеству их кейсов, выбрать там нужную рекламку, да, и отдать. Все остальное у нас по максимально закешировано. Это спринговая аннотация, она там через Proxy, по-моему, работает, что точно не помню. Теперь небольшой квиз. Что тут не так? Каждый раз рандом создается, да, что да, будет неправильно? Рандомизация, сида нет. Зачем? Ну, сид есть, числится. Что? Каждый раз сайт числится. Рандом створится багато раз. Можно рандом зачислить. Стан кода и рукой выкористовывать. Так, из кода в кинце. Хороший план. Что это? Первый кейс такой. New random. То есть каждый раз заходите метод, каждый раз создаете новый инстанс. Новый инстанс, кто заглядывал, например, в тот же там, конструктор рандома, мог наблюдать, какое там вермишель из кода,
сколько там всего происходит. Даже по не в этом, даже сам выбор Next Inta, он тоже немножко такой. В старом рендуме это там используется Atomic Lomp, например, внутри, и немножко сказывается на производительности. В 7 Java появилась вот такая штука, Thread Local Random, как раз для кейсов, если вам во многих потоках нужно генерить случайные числа. По сравнению с первым вариантом, да, вы где-то на ровном месте можете получить буст в 3 раза. Ну, по-старому, там, в 6 Java можно было, например, сделать random thread local, да, то есть описать его как thread local, чтобы в каждом конкретном потоке был свой инстанс рендома. Но опять же, да, там есть atomic long, который как бы немножко не в тему. Тут это уже все переписано. То есть даже вот на уровне языка. Это все касательно 7 Java, что там новое и так дальше. В 7 Java чуть-чуть заоптимизировали коллекции, потому что по многим профилям разного рода приложений оказалось, что, ну, это статистика еще сановская была, сейчас уже оракловая, 90% хипа чаще всего заняты пустыми значениями. Вот в типичном Java приложении. Почему? Ну, я думаю, многие понимают почему, потому что создается object, там сразу создается для удобства хэшмапа на какое-то поле, и так везде по коду. Все это создает определенную нагрузку на garbage collector. Это чуть-чуть отнимает времени при создании объектов, и как бы, если этого можно избежать, то лучше избегать. Поэтому вот в 7 Java появилась такая вот небольшая оптимизация. Что еще произошло? В 7 Java было очень много изменений, которые затрагивали сам стринг. Во-первых, там удалили два поля. Почему удалили? Потому что они были там совершенно не в тему. То есть эти два интовых поля, которые были перед этим, они фактически увеличивали сайз каждой любой строки, да, там на 8 байт минимум. Вот. Вполне логично, что в этом нет никакого смысла, учитывая, что эти 8 байт, они использовались только для одного метода, да, substring. Поэтому их удалили. То есть, если кто-то через reflection доступался к этим полям, то во-первых, стоит exception. Что еще было из интересного? Substring, если кто-то помнит, была старая такая проблема, связанная с memory leak. Это когда вы делаете substring, и на выходе вы получаете не новую строку, а копию предыдущей строки с вот этими указанными индексами, которые были удалены. И раньше в Java можно было получить out of memory из-за такого кейса. Например, когда вы аплодите много каких-то строк, делаете в них substring, как бы работаете с маленькими substring'ами, а на самом деле у вас идет ссылка на вот эти огромные строки. Вот. Получался problem. Ну, по скрипту мы сейчас пройдемся. Касательно нашего application, что у нас по garbage collector было. В 6 Java я когда мониторил, garbage collector хавал около 5% CPU, когда мы создавали high-low на один инстанс, то CPU-шка хавалась довольно заметно. Сейчас она во время профайлинга вообще незаметна. То есть я не знаю, что они сделали, но то, что сделали, это очень круто. Потому что реально ускорили сборку очень сильно. Ну и всегда помните, что чем меньше ваш хип, тем эффективнее работает ваша ауто. То есть старайтесь оптимизировать по памяти в первую очередь, потому что это сэкономит очень много времени на хипе. У нас в текущий момент хип около 1.5 гига. Это довольно много на самом деле, но нормально. Вот. Особенно важно это, опять же, в всяких кодерах, энкодерах видео это критично важно. По дейту мы в коде нигде не используем new date. Мы банально работаем с лонгом. Почему с лонгом? Опять же, потому что мы не создаем новые инстансы. Нам не надо как бы работать со ссылкой на date. Если date это просто лонг, то можно вполне себе работать с лонгом. Лонг отлично ложится на стек, он не находится в хипе, все гораздо упрощается, особенно для процессора. Что тут не так? Нормально, что
додать формат, тоже можно выносить. Да, это такая же проблема, как с рендомом. Это абсолютно лишняя операция. Мало того, тут тоже очень тяжелый конструктор. Он хавает вот где-то 0.5 килобайта. То есть инстанс вот этого секунды формата хавает где-то 0.5 килобайта. Если вы создаете во многих потоках их очень часто, у вас хип растет просто бешеными темпами. Ну, это просто в одном таком месте. А сейчас он подает формат, по-моему, наверное, на thread-сейф. Да. Он не thread-сейф, поэтому его можно сделать thread-локалом для каждого отдельного потока. Можно заюзать йодовский daytime формат, который очень легковесный, и там уже, в принципе, не критично. Можно его создавать, там, new date формат, вот в каждом методе он очень маленький, в принципе, нормально. Ну и в 8 Java появился local date формат, который как бы аналог daytime формата, который тоже по логике должен быть легковесный, простой и быстрый. Но я вроде смотрел, они вроде как бы на бенчмарках, которые доступны в интернете, вроде как бы одинаково работают по скорости и так дальше. Что тут не так? Компайлер. Можно выносить еще раз у компайлера. Каждый раз компайлер. Да, да. Тут такой же кейс. Мы можем банально вот это все заоптимизировать вот так. Это не будет, конечно, потока безопасно, но, скажем, в нашем случае это не обязательно. То есть там, где это не обязательно, можно сделать так. Там, где обязательно, можно, матчер должен быть внутри метода. Что тут не так? Split squad тоже компайл называют. Да, да, то есть, казалось бы, такой простой пример, но на самом деле тут тоже все хитро, если не заглядывать внутрь того, что происходит внутри этих методов. То есть в 7 Java сплит заоптимизировали, теперь он по-разному работает для односимвольных паттернов и не односимвольных. То есть если у вас паттерн односимвольный, то он как бы там отдельно идет френч, который мега заоптимизирован под один символ. Вот. Если нет, то там происходит компайл паттерна, что опять же можно легко избежать, вынести вот эту фигню вот сюда и заменить этот код таким образом. Опять же, экономия вот, просто на ровном месте. Ну и такой кейс. Если вы всегда знаете о структуре ваших данных все, вы всегда можете написать manual код, который будет делать нужный вам парсинг. Это всегда эффективнее этого метода split, это реально может быть дорого. То есть, если вы знаете структуру все, вы можете получить пятикратный рост прироста вот в одном методе. Особенно если эта операция происходит часто, как раз в наш случай, то можно сэкономить довольно немало. Что тут не так? А там каждого разу итератор створюється new iter в другому якраз циклі, і получається, що ми створюємо реаліст size кількістю цих от new iter. Ну і в третьому циклі так само. А що, в першому ні? Ну, в першому так, але якщо один цикл, то воно, ну, тільки один раз створюється. А якщо ми кажемо про внутрішні цикли, B і C, там воно, ну, при кожному виклику цього фора створюється new iter. Так, все вірно. То есть даже такая вот простая примитивная конструкция, даже она может в себе содержать некую подставу, да, скажем так. То есть этот блок, он превращается компилятором вот такой вот, и идет уже работа с итератором. Итератор всегда создает новый итератор, а итератор сам по себе, он как бы не маленький. То есть если большая отложенность циклов, то и цикл, который самый нижний, он довольно большой, то вы получаете генерацию огромного количества объектов на ровном месте. Это можно избежать, там, банально переставив эти места, если есть такой кейс. С массивами все окей, да, там нету итератора, там есть поле lens и все просто. То есть, если вы работаете с массивом, все окей. Ну, это как-то так оно выглядит, там, в сборщике мусора. Что тут не так? Точка запятая есть.
Можна на той даму? На хіті даму. Зачем? Зачем даму? На хіті. Щоб ну хранити. Вау. Це дабл перетворення. Тобто дабл value of вертає дабл об'єкт. А присвоїться воно дабл примітивному типу. Так. Автобоксинг не є. Так. Тут є така штука, як автобоксинг. Я не помню, по-моему, там еще до Java 1.5 это приходилось делать вручную, да? То есть проставлять boxing mode. То есть value of возвращает большой double, а parse double возвращает маленький double. И в первом случае, во втором случае происходит преобразование неявных типов. Что это значит для нас, как performance инженера? Вы знаете, что каждый раз будет создан объект. Таких кусков кода в любом коде тысячи. И вы, получается, создаете тысячи объектов вот просто так, без смысла. Это все легко заоптимизить, банально зная, что возвращает метод. Ну, по LinkedIn-листу тут уже довольно старая добрая история, да, все знают, что его нежелательно использовать. Почему? Потому что, во-первых, он больше по употребляемой памяти, во-вторых, там каждый элемент содержит ссылку на следующий элемент. Почему это плохо? Потому что вся эта штука не ложится хорошо на кэш процессора. То есть кэш процессора вынужден там взять текущее значение, пойти в хип, посмотреть, где там находится этот объект, пересвоить значение и пойти дальше. То есть итерация по такому linked листу будет очень медленно в сравнении там с array листом. Конечно, есть определенные кейсы, где linked list может подойти. Я пока таких кейсов не встречал. Поэтому как бы, общая рекомендация, и это даже разработчики, тот же Шепелев, да, они рекомендуют просто банально не использовать. Такой необходимости нет. Это неэффективная структура. Из таких глобальных оптимизаций, да, что можно предпринять? Если вы точно знаете размер вашего массива, там, коллекции, всегда юзайте массив. Если вы не знаете как размер, да, точно вы обычно юзаете лист. Это, в принципе, корректно, нормально, но если вам нужен перформанс, то выгоднее всего заюзать какой-то там интеррей лист. Да? То есть, почему? Потому что в листе у вас всегда будет создаваться враппер. То есть, для того кейса, когда вам нужно хранить много одинаковых примитивов, вы желательно использовать вот такого рода структуру, а не лист. Опять же, потому что постоянно будет создаваться объекты, эти объекты, они абсолютно лишние. То есть очень большой overhead получается. То есть если сравнивать там array и list, там разница в overhead там на порядок получается по объему потребляемой памяти. Если вы это реализуете там на основе там интового array внутри там интеррей листа, да, вы все это можете легко избежать и улучшить очень хорошо footprint вашего приложения. Можно питание? Да. От linked list, так не використовувати. В array листі є яка проблема? Якщо досягається максимальна кількість сайза, ну там по замовченню 10, якщо там вже один стає елемент, то там вже відбувається array copy. Створюється новий array copy, і навіть з урахуванням цього всього array list виходить інше. Тобто ця маленька силочка, що наступний на попередній елемент, вона видає такий поганий перформанс? Ну просто ітерація по linked листу, вона медленна. Тобто скільки вам часто треба розширяти цей array-лист? Часто ітерація или ні? Що таке System Array Copy? Це одна C-шна функція. Вона мгновенна. По G2. Фишка Java в чем? Да, что там есть некий чит компилятор, который как бы должен оптимизировать ваш код. Есть, наверное, часто слышали фразу, да, JIT заоптимизит. На самом деле это не всегда так. Никогда нельзя быть уверенным, что JIT, например,
сделает замену ваших методов. Когда не знаете, что он правильно как-то интерпретирует ваш код, заинлайнит ваши методы. Даже простые геттеры-сеттеры не всегда инлайнятся, очень не всегда. И, а overhead на этом, там, опять же, в том же там, декодировании видео, он просто огромен. Поэтому никогда не стоит полагаться на JIT Compiler, если вы знаете, что вы можете написать этот код оптимальнее, и ни в коем случае не стоит надеяться на JIT, это может банально не сработать. У JIT очень много ограничений, у него ограничения на количество там, прогонов кода, у него ограничения на сложность кода, у него там куча ограничений на тот же inline, на самую топовую оптимизацию. Вот. Поэтому, если есть возможность, пишите код как можно проще. Тот же полиморфизм, он очень тяжел в плане перформанса. Да, опять же, JIT как бы выполняет оптимизации. Он делает там, в случае, если у вас есть интерфейс, да, и вы работаете как бы с интерфейсом, делаете метод invocation через интерфейс, то если у этого интерфейса одна имплементация, JIT как бы с этим кейсом нормально работает. Сможете оптимизировать и вместо интерфейса заюзать инстанс класса. Если там 2-3 реализации, тоже там ставится по сути ifчик, смотрится instance of и вызывается конкретная реализация. Это все для того, чтобы сэкономить на вызовах вот этих виртуальных методов. Если реализаций много, то джитерская компиляция тут уже никак не поможет. Вот. Все это очевидные банальные мелочи, но их очень много в любом проекте. И все это влияет как бы на перформанс. Да. Можете, ну, скажем, продебагать, чи там дізнатися, чи є всякі опції, що там print assembly, print JIT, я вже не пам'ятаю. Просто наберіть в Google там view JIT там compiler output, що вроде этого, і вам сразу будуть там три опції основні, по которым чітко показують, як виконується ваш код, де є гарячі методи. Inline они или нет, там вот у инлайнинга, ну знаете, что такое инлайнинг, да, это замена там, вызова метода на прямой код. То есть это оптимизация номер один. То есть она дает 90% прироста в любом приложении, если JIT правильно ее выполняет, если она происходит. Вот. Но опять же, есть ограничения по размеру метода. То есть метод там больше 35 строк не инлайнится. Вот. Там есть, конечно, исключения, в зависимости от того, насколько он горячий, этот метод. Там есть там, градация горячести метода. Ход, там, не ход, есть big, есть small ход, ну и так дальше. Есть много очень кейсов. Опять же, вы никогда не знаете, работает это или нет. Сработает ли конкретно в вашем случае. Поэтому, чем проще код, тем эффективнее. Там банально. Я же правильно понимаю, что вообще вот Java код занимает вашими минокизи всего лишь там, процентов 5 от всего времени. То есть, насколько часто вы в нем лазите, вот это все тюните и ищете, где там дабл явно боксится, Мы это сделали фактически один раз, и все. А потом пишем идеальный код. Ну, да. У вас я код ревью? Чуть-чуть практиковали, да. Но в целом обычно на это не хватает времени. Вообще, как бы изначально у нас мы выделили, по-моему, где-то месяц для там, двух человек на оптимизацию кода. То есть это люди сидели, профайлили, оптимизировали, там выискивали любую мелочь, любой кейс. А чем профайлили? UKit. Вот. И у нас после до профайлинга у нас был рейд 600 реквестов в секунду. После профайлинга такого основательного 1200. Это я не говорю про алгоритмы, про структуру, это вот просто вычистка кода, там, приведение его в нормальную форму, там, как бы максимальное такое, там, уделение внимания там, любым нюансам. Це потрібно для вас, бо у вас дуже критичне відношення до перформансу. Більшість аплікацій в не такі, таких вимог до перформансу немає. Ну так, якщо ні, то не робіть. Ніхто ж вас не заставляє це робити прямо зараз, прийти домой і переписати зброю. Ні, звісно, тільки якщо потрібно.
это ж очевидно. Ну, але поганий код сходу писати не стоїть. Так, да, тобто є такі прості вірші, так, тот же double parsing. Тут все очевидно, зачем писать неправильно, если можно сразу написать правильно. Это очень просто, очевидно. С garbage коллектором играли, с параметрами разные коллекторы. Он хавает очень мало, поэтому не было смысла. А вы какие-то тубы использовали для микробенчмаркинга? Ну там уже готовый микробенчмаркинг. Для отдельных маленьких таких монструозных тестов мы юзали GMH, который от Шепелева. Java Micro Benchmarking Framework называется. Такой прикольный, удобный туза. Так, это по нашему проекту. Ну, мы старались, да, использовать основное правило на поточности, не использовать на поточности. Вот. Но, тем не менее, всегда остаются какие-то кусочки, которые мы не можем избежать. Чаще всего это в сторонних либах они присутствуют. То есть, фактически вот это 4 наших места, где используется synchronized блок и на которые там чуть-чуть что-то тратится. Вот synchronized даже находится в таких неожиданных местах, как вот это. То есть я, например, не знал раньше, я это увидел в профайлере нашем. Под нагрузкой увидел, что рендом хавает достаточно много времени. Никак не ожидал, что это возможно. Тоже там заоптимизировали этот кусок, вынесли там чуть-чуть кода. Попытались мы немножко как бы еще больше уйти от таких синхронизм блоков, да, чтобы максимум выжить из нашего сервера. Попробовали заменить Jedis Pool на Thread Local Connection, да, чтобы каждый свой поток имел открытый connection Jedis и избежать таким образом синхронизации в Thread Pool. Почему-то это не сработало. Почему? Потому что у нас в Tomcat около 1000 потоков созданных. И когда на Tomcat идет довольно большая нагрузка, то почему-то перформанс Redis проседает. То есть при 1000 параллельных открытых коннекшенов почему-то Redis не работает так хорошо, как с маленьким тредпулом. Не знаю почему. В доке описано, что все должно быть окей. Там хендли 65 тысяч открытых коннекшенов без проблем. Но почему-то у нас перформанс просел после этого. Я зарепортили? Нет, я не хотел разбираться, в принципе, это не так критично было, поэтому пропустили еще дальше. Это OutputStreamWriter, который мы используем для того, чтобы записывать delivery логи. Он, понятное дело, тоже synchronized. Еще наша специфика, что мы после каждого райта делаем флаж. Почему? Чтобы не потерять никакой реквест, потому что это деньги закачивались. Если мы уже отдали что-то, то мы сразу это стараемся сбросить на диск, чтобы как бы потерять как можно меньше в случае, если какой-то сервер падает. То есть если это не критично, можно не использовать флаж, да, и накапливать какой-то большой буфер, там 10 мегабайт, и сбрасывать этот буфер там, раз в минуту, например. Если это подходит для вашего кейса. Можно сэкономить огромное количество его операций. Можно заюзать асинхронный райтер, но он, по сути, просто то же самое делает, да, в отдельном потоке. Ну и опять же, если что-то там отваливается, падает, у нас не будет гарантии, что мы сохранили наш delivery log от диска. Ну и всегда есть самое простое решение, да, банально заменить HDD-диски на SDD-диски и на ровном месте получить где-то там плюс 50% перформанса. То есть SDD, они как бы на рандомные райты гораздо быстрее, чем HDD-диски. Поэтому для таких вот точечных записей логов очень идеально подходит и можно выиграть даже тут. Всегда приходится смотреть, с чем работаешь. Почему? Потому что проблемы могут обнаружиться в совершенно, казалось бы, местах, где их не должно быть. Open source либо. Вот где-то 8 месяцев назад вышел Commons Pool 2.0. Кто опять же заглядывал вовнутрь Commons Pool библиотечки, тот имел возможность наблюдать, что какой там хаос творится внутри там get resource, return resource в пуле.
Там просто нереальная колбаса, которую без пива понять невозможно. Вот. И все это было написано на старом, там, 1.3 еще, по-моему, Java. Вот. До появления всех этих новомодных concurrent packages, которые появились там только в 1.5. Они где-то вот год назад переписали вот эту либу. И она теперь 2.0. 2.0 это переписано на примитивы concurrent package, либо она дает boost там, в 2 раза. То есть Commons Pools 2 в 2 раза быстрее работает, чем Commons Pool 1.6. Jedis, который вот мы юзаем, использует этот Commons Pool, и банальный апдейт версии нам дал вот на ровном месте там фактически 2x прирост работы. Теперь немножко кода по Hadoop. Почему по Hadoop? Потому что с Hadoop мы получили больше всего проблем. То есть чаще всего он у нас отваливался. То есть я бы сказал, что 80% проблем, которые у нас были, они были связаны с Hadoop. Но это касательно Engage. Вот. То есть постоянно отваливался. Какой был кейс? На input Hadoop приходит 300 мегабайт данных. На аутпуте мапа получалось 800 гигабайт данных. Ой, 80 гигабайт данных. Мы, ну, то есть скорость работы кластера, ну что такое 300 мегабайт? То есть любой написанный на коленке парсер, он запроцессит эти данные там за 10 секунд. А Hadoop кластер работал 40 минут. Это вообще не здорово. Вот, начали выяснять, что же там не так. Оказалось, все банально. Там не было сжатия между мапом и редюсом. То есть приходит, например, один лог, вы из этого лога создаете каждый вот конкретный table instance, да, то есть geo instance, там, location instance, device instance, unique instance, то есть на выходе из одного input рекорда вы получаете там 100 объектов. Каждый из этих 100 объектов соответствует одной entity, там, одному инсерту, условно говоря, в табличку, да, соответствующую. И вот получалось, что из этого инпута в 300 получалось 80 гигабайт. А по дефолту еще на том старом Hadoop не было включено сжатие, и из-за этого он работал очень медленно. Заюзали сжатие, да, включили вот эту опцию, получили там выигрыш там, 10 раз. Из кодеков по сжатию, которые есть доступны, можно заюзать, то есть абсолютно бесплатный XIP и PZ2. Они довольно хороши, но как бы считаются немножко типа, ресурсоемкими по сжатию. Ну вот типичный там гзиппер должен сжимать порядка 400 мегабайт или бит, я уже не помню, в секунду. Вот. Есть альтернативы. Например, LZO кодек, который изначально был включен в Hadoop, но потом из-за лицензии его отключили, он где-то на процентов 40 эффективнее вот этих вот двух. То есть опять же, да, то есть даже на каком-то кодеке, который вы как-то где-то подключаете, вы можете сэкономить огромное количество ресурсов. Snappy — это C-шный кодек от Google, который мы заюзали у себя. Ну и опять же, если кому-то там нужна мега критично, вот это скорость экзитинга, вы всегда можете подключить нативные там C-шные либы, мега оптимальные, и делать GNI call из Java, чтобы получить еще больше прибыли. Но мы такое не делаем, просто говорим, что нормально. Так, теперь немножко по коду Hadoop. То есть сейчас я вам продемонстрирую куски кода. То есть map это процесс, который разбивает input entry, да, на несколько вот output entry, то есть определяет, как группировать входной лог на какие таблички. Вот. Что тут не так? То есть это код внутри кластер Hadoop. Что, нет предположений? Ратурна нема. Что? Нема поважения данных. Там три точки должны быть. То есть представьте, если у вас на input приходит миллион рекордов, миллион логов, log entry, да, то есть миллион реквестов за процессом. Этот map он вызывается для каждого из этих вот миллионов entry.
На каждом маке держать базу. Да. Это как бы реальный код, который был у нас, и он очень печальный. В плане перформанса почему? Потому что представили, да, миллион entry, тут приходит, как бы, вот вы делаете какой-то DB wrapper и достаете какую-то инфу, которую вы не положили в логи. То есть фишка в чем? Вы в логи можете ложить что угодно, да, так, ваш сервер, вы принимаете request, вы сами знаете, что вам надо. Вот ребята, например, не положили и делают это на уровне Hadoop кластера. Что это выливается? Это выливается нереальная деградация перформанса. То есть, если вы можете в лог Andrew положить всю необходимую вам информацию, вы ее ложите. Все просто. Не надо ее потом из базы вынимать. Даже если вы тут что-то закешируете, вы все равно делаете никому не нужные вещи. Что-то не так. Тут, конечно, посложнее, потому что тут надо было бы, чтобы вы работали с Hadoop. Тут такой, ну, похожий кейс на обратный. У нас с этим было очень много проблем. Почему? Потому что, например, в логе вы ложите campaign name, да, то есть ту рекламную кампанию, которую вы отдали там пользователю. Этот campaign name, он, допустим, используется на репортинге, где-то вы там его отображаете на UI для конечного пользователя. Что происходит? Вы, во-первых, передаете очень много инфы лишнее. То есть вы банально можете передать просто ID-шку, а потом по ID-шке заджойнить уже в конечной табличке нужную вам информацию. Это первый кейс. Второй кейс. Эта информация изменяема. То есть кто-то поменял там campaign name, он уже другой, у вас уже другая выборка, другие проблемы. То есть это все можно легко и просто избежать. Это еще такой довольно специфический наш кейс. Как у нас происходила запись? То есть обычно Hadoop кластер, после того, как он запроцессил все данные, он output сбрасывает в CSV-файл. Comma separated values file. С этим решением все отлично. Почему? Потому что кластер запроцессил данные, вы дальше вот с этими данными что хотите, то и делайте. Копипасте, там, храните в базу, удаляйте, это ваше дело. У нас это работало изначально немножко по-другому. Мы сразу там на конечном этапе Hadoop кластера мы делали сейв в базу. Это было очень медленно и неэффективно. Почему? Потому что представьте, что у вас отпал connection, у вас упала база, у вас нарушился какой-то constraint. Вся хадуповская джоба начинала откатываться, и там 40-минутные вычисления кластера пошли в топку. Вот. И не круто. То есть, опять же, то есть максимально разбивать на модули – это очень эффективная стратегия, потому что каждый, чем меньше модуль, тем эффективнее и быстрее вы можете перепроцессить его в случае чего. То есть если где-то что-то пошло не так, там неправильно работала логика, вы всегда можете там взять нужный маленький кусочек данных, перепроцессить и переинсертить в базу. Что тут не так? Створение объекта. Ну, да, как каждый раз создаются, если сравнения идут огромные, то есть тысячи из миллионы entity сравнивается между собой. Да. Кто-то вообще так делает? А вы не reflection просуете, их закрыто. Можно якось оптимизировать. Да, ну во-первых, да, reflection. Во-вторых, создаются постоянно инстансы. Если говорить о Hadoop, то equals и хешкод – это самая частая операция, которая происходит в Hadoop. То есть, опять же, миллион логов, миллион раз equals, миллион раз хешкод. И везде создаются миллионы equals билдеров, миллионы вызовов непонятных, ненужных методов. Это все влияет на перформанс. После того, как, ну, опять же, конкретно касаясь нашего случая, да, замена этого кода
там, на банально сгенеренный Java код, там вот эти простые проверочки, и, ну, простые проверки по полям, там дал gain boost там, где-то 5% просто. 5% просто мы заменили генерацию equals-like хэш-кода на более простую версию. Ну, это такой чисто хадуповский пример. Почему? Потому что вот этот пример, он идет изначально в мануале хадупа. Он изначально как бы говорит, вот, используйте меня неправильно. Тут тот же самый кейс. Output очень огромен в мапе, да, то есть это 80 гигабайт там, в нашем случае, например. И вы каждый, для каждого этого output'а создаете вот, постоянно new text, new infile. Хотя вы можете зайти в NetCollector и увидеть, что вот эти values, которые передаются, они там вынимаются и сразу же сериализируются. То есть вы банально можете их как бы переюзывать и не создавать умеренное количество ненужных объектов. Тем не менее, на главной вот присутствует такой пример. Ну, наверное, просто для того, чтобы не усложнять, да, то есть меньше кода как бы обновлять. Но в том же Hadoop'е, там где-то внутри, можно найти там performance-твики советы, в которые вот приводится такой пример и говорится, вот надо делать так, а не так, как мы показываем в мануале. Что у нас было по сети? По сети у нас получается где-то, я уже, к сожалению, не помню, да, на один сервер 100 мегабайтов income трафика и где-то 50 мегабайтов в путь. Это важно, почему? Потому что, например, мы столкнулись со многими лимитами на Амазоне. Я их там в конце расскажу. Да, это немножко минутки ненависти к Амазону. Ну, как я уже говорил, мы юзали не сам Redis, а Elastic Cache. И оказалось, что вот для некоторых запросов почему-то время ответа превышает допустимые нормы. То есть помню, да, я говорил, что там среднее время ответа от Redis где-то 200 микросекунд. Тем не менее, вот какие-то рандомные непонятные реквесты, они вот возвращаются там за 34 миллисекунды. Там. То есть это очень долго, очень медленно. Почему так происходит, выяснить до сих пор нам не удалось. То есть мы даже списывались с Сальвадором, разработчиком Redis, пытались у него узнать, что это может быть. Он начал грешить как бы на Amazon. Мы с ним сошлись в этом мнении и решили, что виноват все-таки Amazon. Писали в саппорт, но там все это очень сильно растянулось, в общем, пока эта проблема не решена. То есть вот есть некоторые реквесты, которые почему-то медленно отдаются. Возможно, как бы мы бы решили эту проблему, если бы развернули сами у себя. Но опять же, уже прод запущен, там никому не охота мигрировать данные, никому не охота этим заниматься. Это, опять же, по Elastic Cache, то есть Amazon заявляет, что это является, по сути, кластер. По факту это не является кластером, потому что на любом инстансе, который вы поднимаете, вы можете поднять целый один Redis инстанс, который почему-то называется у них кластером. Единственное, что вы можете сделать, это там зареплицировать. То есть, это, на самом деле, это наша ошибка. Мы вот как бы решили минимизировать человеческий фактор, да, и максимально функции возложить на наших бэдопсов. Вот. Но за это мы дорого платим. Потому что мы поднимаем инстанс на 4 ядра, и реально выделяется одно ядро, а мы платим за все 4 ядра. Вот. Ну, как-то так. Это касательно вот сервиса амазоновского для Redis. Пока могу сказать, не используйте, он еще не готов, сырой и так дальше. Ну и по лимитам, с которыми мы сталкивались, во время нагрузочного тестирования постоянно отваливались какие-то лимиты. Изначально мы столкнулись как бы с сетевыми лимитами, да, то есть там на каких-то простых тазиков там был, по-моему, 100 мегабитный сетевой лимит, и наш при хайлоде у нас не проходил весь трафик.
То есть у нас банально ложился сетевой стек, и мы стояли там в очереди в ожидании, пока там процессор разгребет его. У Amazon, оказывается, есть package per second лимит, то есть количество пакетов, которые вы можете в секунду отсылать. Оно там тоже довольно такое не космическое, и опять же, даже мы с ним столкнулись. То есть Hello несет много своих проблем. У load balancer оказалась тоже проблема. Потому что тот амазоновский сервис, Elastic, забыл название, load balancer, PLB, да, он рассчитан на аудиторию, которая как бы будет, в общем, на запросы, которые будут приходить со многих айпишников. И если, допустим, в нашем случае у нас трафик приходит с нескольких десятков айпишников, то load balancer он не выдерживает и перестает обрабатывать часть реквестов. По хадуповскому кластеру, несмотря на то, что Elastic MapReduce очень классный сервис, он много упрощает вещей, тем не менее он поднимается очень долго. То есть вплоть до 20 минут вы можете ждать, пока поднимется кластер. Это не всегда приемлемо, особенно когда там, у нас, допустим, и так уже есть какое-то отставание, там видно какого-то пика. Вот, то, ну, обычно кластер он всегда поднят, он стоит, ждет входного импута, но бывает, да, что там закрылся, закрашился или что-то подобное. Тоже почему-то медленно. То же самое касается подъема любого инстанса. То есть если вам надо быстро заскейлиться, у Amazon с этим проблема. Надо там, подождать, посмотреть. Теряется дорогостоящее время. Это иначе вариант, как будто уже цель решил? Ну, не знаю. Надо думать. Можно как бы коститься где-то у себя, разворачивать свое железо и как бы с запасом ставить туда же взять. Вот, только так, только такой вариант вижу. Ну и как бы мы много работаем с S3 Storage, много файлов хранит туда записываем, и как оказалось, он довольно-таки медленный. Если вам нужно там, много маленьких файлов скинуть туда и заплодить, то S3 очень медленный. Но мы как бы использовали эту вещь для бэкапов с Hadoop кластера. Ну, это в принципе все. Спасибо за внимание. У кого еще какие-то вопросы? Если кого-то еще интересуют вопросы организации, то вы можете зайти на мой хабра-хабра-блог. Я пытался не повторяться, но там я много об этом пишу. Вот, и буду еще писать, так что если будете читать.